Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп! И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор баттера Купуасу. Баттер Купуасу добывают из плодов дерева, произрастающего в Южной Америке. Это отличная твердая масса с отличным составом ненасыщенных и насыщенных органических кислот, которая тает моментально при соприкосновении с кожей. Масло Купуасу характеризуется противовоспалительным, смягчающим, питательным, ароматическим, солнцезащитными свойствами. Оно значительно улучшает свойства ухаживающей косметики, полезно для кожи и волос, эффективно в лосьонах, кремах, сухих и кремовых дезодорантах. Свойство таково: увлажняет и сохраняет влагу, смягчает кожный покров, значительно дезодорирует кожу, питает кожу и волосы, придает эластичность кожи, регенерирует волосы после окраски и пересыхания, восстанавливает структуру волос, освежает оттенок кожи. Свойства эмолента масла Купуасу делают его отличным компонентом косметики для любого типа кожи, обуславливает популярность применением его мыловарения для нежного мыла, для сухой кожи. Баттер Купуасу хорошо сочетается с различными косметическими ингредиентами, потому его можно встретить на этикетках многих косметических продуктов, таких как натуральное мыло, оптанные бельги, солнцезащитные спреи, увлажняющие крема, крема для бритья, крема под глаза, лосьонные флюиды, питательные маски, косметика для волос. Вот такой баночке мы отправляем баттер Купуасу нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!